Одно из важнейших направлений работы Общественной палаты Мытищинского района – социальная сфера и качество медицинского обслуживания. Комиссия по здравоохранению и социальной защите на первом же заседании определилась с первостепенными задачами. С подробностями Сергей Берзин. В комиссию по здравоохранению, социальной защите и общественной палаты вошли люди, которые профессионально занимаются этой проблематикой не первый год и прекрасно понимают, какие вопросы можно решить на местном и региональном уровнях, а какие только на федеральном. Но сама постановка проблемы должна исходить именно снизу. Вас должны в первую очередь заинтересовать, куда вы пойдете, кому вы пойдете и кто вас будет принимать. Нам наша задача первая – это, естественно, обеспечить, ну, постараться обеспечить кадрами. Конечно, это вопросы скорее государственные, но где как не здесь знают их остроту. Наверное, по мере поступления вопросов от пациентов мы будем решать. Но раз существует общественная палата, люди знают, куда прийти, как прийти, а телефоны у всех есть. И обращения уже идут, скажем, по тому же лекарственному обеспечению. Опять регулярно поступают жалобы. Это отсутствие инсулинов, отсутствие именно тех препаратов, которые федеральным льготникам. На региональном уровне эти льготники каким-то образом обеспечиваются лекарственными средствами, но на федеральном это просто беда. Практикующие врачи с этим сталкиваются чуть ли не каждый день. И даже говорят, ну ладно, выпишите рецепт, я сама куплю. Нет, мы не выписываем рецепт, бесплатно должно, а бесплатно нет. Понимаете, ну просто надо менять также астматики, надо менять систему лекарственного обеспечения, включать ее в систему медицинского страхования. В вопросах здравоохранения не бывает маленьких задач, на каком бы уровне они ни рассматривались. С этим сталкивается и комиссия общественной палаты. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».